Приватизация муниципальной медицины – давно сложившийся тренд в Российской Федерации. Как правило, приватизацией занимаются те лица, которые хорошо знают медицинскую организацию изнутри. Это, скорее всего, бывают главные врачи. Данный пример из Казани говорит о реальном применении данного тренда. Главный врач открытого акционерного общества, то есть симбиоза муниципальной и частной собственности, принял решение о выкупе оставшихся акций у муниципального образования. Исходя из представленной информации, ОАО «Стоматологическая клиника», несмотря на внушительный оборот, является убыточной по итогам года. А приватизация и сосредоточение управленческих функций в рамках менеджера, который является собственником, наверняка даст возможность увеличить доход, снизить издержки. Между тем, в данной информации есть еще одна интересная составляющая, связанная с тем, что говорится о невозможной необходимости в будущем опять же строить бюджетные поликлиники после того, как существующие будут приватизированы. Примером этому является приватизация помещений муниципальных детских садиков, которая была в 90-х-2000-х годах. А сейчас, в связи с увеличением рождаемости, возникает необходимость повторного строительства муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Вполне вероятно, что подобная тенденция будет развиваться и в здравоохранении, и государство, в том числе муниципалитеты прежде всего, будут тратить деньги на постройку новых стоматологических клиник. Так ли это будет в будущем, время покажет.